кафедральный зовет на апы. Из переулков слева и справа тянутся молча в своем облачении стаи монашек, печальные тени. Здесь и старухи, и молодые. Задерживался, быть может, если б среди них не заметил пригожей странной монашки, которой, пожалуй, не больше 17 миновало. Черные очи, брови густые. Аве Мария! Даже по траурной тканью черной стану угадывался непокорный, ножки, которые на карнавале всех бы, наверное, очаровали. Груди тугие, Аве Мария. На крице смотрят набожным взглядом, на эти роли молиться бы надо. И уж сама монашка, тебе не ясно, будешь ли молодость понапрасну. О, как плясали ноги такие, Аве Мария. Позвали. Монашка пошла за всеми. Под своды мрачные, глухие.